лучше вот так прижми. Вообще в идеале надо бы зашиться. Девочка с окровавленной рукой и ногой в центре Перми привлекла внимание прохожих. По ее словам, травму она получила во время игры возле фонтана. Бегая с подружками, школьница поранилась об решетку, закрывающую слив, подземную чашу гидротехнического сооружения. Сломанный край панели сработал как бритва. Там вот такие лезвия, и она, когда упала на них, они как бы порезали, они жесткие. Решетки. Между тем, подобные травмы во время водных забав нередки. Кто-то порежется, у кого-то в решетке застрянут пальцы ноги. В ответ на наш запрос городские благоустроители сообщили, что уже выполнили работы по восстановлению решетки фонтана с использованием электросварки. По словам специалистов, так называемые пешие фонтаны для увлажнения городской среды, но никак не для игр в них. Но в жаркий день ребятишек возле фонтана от соблазна не удержать, обязательно полезут в воду. Поэтому просят любителей водных процедур хотя бы надевать обувь. Елена Иговцева, Михаил Исетров, телевизионная служба новостей.